29 января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В нем он рассказал об основных достижениях Подмосковья в 2019 году и обозначил приоритетные направления развития региона на ближайший период. Тезисы обращения взял в работу актив Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия». Как отметил секретарь местного отделения, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, ежегодное обращение – это план действий на ближайшую перспективу для достижения новых результатов в экономике и социальной сфере.